Махачкала продолжает менять свой облик. В текущем году в рамках комплексного благоустройства городских территорий реконструируется 25 дворов. По мере завершения городские власти передают махачкалинцам новые общественные территории. Накануне завершились работы по благоустройству двора по улице Гусаева, 2. Жильцы дома ждали этого события больше 40 лет. Перед началом всех работ с горожанами был согласован дизайн-проект реконструкции. Также в Махачкале создается 7 новых общественных территорий, среди них 2 сквера – по проспекту Кушинского и по улице Генерала Омарова. Их городские власти строят на земельных участках, которые были незаконно выведены из состава городских земель, но через судебные инстанции их удалось вернуть горожанам.